Топ-5 роботов, помогающих бороться с коронавирусом. В борьбе с эпидемией лучший способ максимально устранить контакты между людьми. В этом человечеству уже помогают роботы, которые берут на себя часть важных задач в сфере медицины. Топ-5 представителей мира машин, помогающих бороться с пандемией. 1. Робот-дезинфектор UVD. Полностью автономный мобильный робот ростом с человек. С помощью мощного ультрафиолетового света, излучаемого на 360 градусов, он очищает предметы и помещения. Может работать до 2,5 часов, что достаточно для дезинфекции 10 комнат. Убивает 99% бактерий, а также очень эффективен против вирусов. 2. Cloud Minds XR1 по прозвищу Джинджер. Это робот-гуманоид, создававшийся изначально для роли обслуживающего персонала. Особенность робота в том, что его искусственный интеллект работает на облачной 5G-системе, ежедневно обновляет данные и постоянно учится. Теперь Джинджер живет в больницах, и его цель – обслуживание пациентов, измерение температуры, доставка еды и уборка. А еще он способен скрасить одиночество пациентов в палатах, развлечь разговором или поиграть. 3. ZoraBots James. James – автономный робот, разработанный бельгийской компанией ZoraBots. Он способен сканировать местность, чтобы составить ее карту и передвигаться к любым предметам по просьбе владельца. Используется в домах престарелых, чтобы пожилые люди могли связаться со своими родными через Facebook Messenger. Gen Robotics – RoboPony. RoboPony – желтый шестиколесный робот-курьер. Способен работать без подзарядки до 12 часов и ездить со скоростью 8-10 км в час. Точность определения места доставки составляет 1-3 см. Вмещает в себя до 30 кг груза, который в дороге тщательно дезинфицируется ультрафиолетом. Номер 5. Ботайс. Если в мире бушует эпидемия вируса, который передается при личном контакте, люди изолируются и общаются онлайн. Уже есть технологии для ощущения и лимитации нахождения в других местах. Роботы телеприсутствия обладают только одной функцией – удаленного присутствия. Они созданы специально для того, чтобы иметь возможность удаленно быть там, где физически быть невозможно, например, во время карантина, изоляции, командировки. Робота можно отправить вместо себя на работу или в школу и перемещаться с его помощью в пространстве удаленно, разговаривать, видеть, что происходит вокруг. Или наоборот, оставить такого робота дома у изолированного, и тогда все родственники и друзья смогут общаться с ним, не вступая в контакт. Конкурентами Ботайс могут считаться Подбот, Ровио и Дабл. Ровио давно снят с производства, американский Дабл Роботикс в Россию не поставляется, поэтому остаются Подбот. Минимальная версия последнего стоит 70 000 рублей. Ботайс стоит от 50 000.